15 января 2018 года губернатор области Олег Александрович Кувшинников объявил о доформировании кадрового резерва. Кадровый резерв формируется на принципах открытости, публичности, социальной активности и профессионализма. В 22 органа власти поступило 985 заявлений. В настоящее время прием заявлений прекращен. Он проходил до 5 февраля. И начинается этап тестирования, на котором соискатели будут проходить компьютерное тестирование, собеседование, интервью, решение кейсов. По итогам будет сформирован кадровый резерв органов власти. Сейчас мы видим, что наибольший интерес вызывают такие органы власти, как правительство области, более 150 заявлений, департамент финансов, департамент социальной защиты, департамент лесного комплекса. По результатам всех оценочных процедур будет сформирован кадровый резерв правительства Вологодской области в рамках проекта «Команда губернатора, команда профессионалов».